счастливым, гармоничным, успешным, очень важно привести в баланс 7 сфер жизни. Эти 7 сфер жизни я вам перечислю. Первое, наверное, все знают, что все начинается со здоровья. Это уровень первой чакры, первой нашей основной муладхары, которая отвечает за физическую силу, за состояние мышечного каркаса, за базовое здоровье. Соответственно, как стать целителем, как привести свое тело в балансное состояние, ресурсное, энергетическое, как быть здоровым, как исцелять себя. Я думаю, что все с этим столкнулись, все приблизительно понимают, как обращаться со своим телом и как его исцелять, да? Второй уровень самодостаточности – это удовольствие. Как вы получаете удовольствие от жизни? У всех разное качество удовольствия. Кто-то, вы знаете, любит заниматься любовью, тантрой. А кто-то любит вкушать пищу и трапезничать. Кто-то слушать музыку, кто-то читать стихи, кто-то танцевать, кто-то путешествовать. Для каждого удовольствие свое, но обязательно в жизни каждого удовольствие, мало того, что должно быть реализовано, и ваша повседневность наполнена этим удовольствием. Как проверить, как себя самодиагностировать на удовольствие, что оно у вас реализовано в полной степени? Оно вам должно приносить материальное благо. Как минимум, в принципе, человек должен прийти к тому, чтобы, вкусив удовольствие, структурировать себя настолько, чтобы превратить это в бизнес и начать получать от этого денежный доход. Третья сфера жизни – это наша карьера, конечно же, поскольку мы все сюда пришли в этот мир, конечно же, наслаждаться, но в первую очередь служить другим. И что составляющая нашего счастья? Это возможность делиться с другими. А как мы можем делиться? На уровне социума это, конечно же, всегда наша профессия. И что ваша, какая у вас профессия, насколько она, вы ей удовлетворены, насколько вы реализованы, и какую финансовую благость, какой финансовый поток вам дает ваша специальность, ваша профессия. Четвертая сфера жизни, которая должна быть у всех девочек, у нас особенно сгармонизирована, это отношения. Как вы живете со своими мальчиками, насколько вы реализованы в своей семье, со своими детками. Отношение к телу – это тоже, это база. То, как вы относитесь к детям, к супругу, к родителям, это то, строится, это все зиждется на вашем отношении с телом, насколько вы тело свое чувствуете, потому что оно вам дает ресурс, оно вам дает ответы на вопросы, оно дает чувствование, на базе которого, эмпирического чувствования, вы выстраиваете отношения. Соответственно, отношения с телом, как я уже сказала, с супругом, с детьми, даже с животными, с родителями, с государством. Вот у меня сейчас происходит такая трансформация ментальности. Это встраивание своей ментальности в ментальность американского народа. И принятие государства. Это, кстати, уровень такого, скажем так, на уровне государства, то есть это принятие законов, гражданства и так далее. И следующая сфера жизни, которая очень важно сбалансировать, опять для всех наших девочек, да и для мальчиков, это творчество, это наша вишудха, это ораторское искусство, и это наша, ну, такая самобытность, то есть то, что кто-то любит вязать, кто-то петь, кто-то детей воспитывать. Но это именно наше творчество, которое тоже нам должно приносить финансовый достаток. Вот мне очень интересно, насколько вы здесь реализованы. Поскольку, ну, это то, что... Это, я все время возвращаюсь в одно и то же. Это составляющая нашего счастья. Следующая чакра – это аджня. Она отвечает за разумность, за сверхспособности. Все мы обладаем этим уникальным качеством, как чтение мыслей. Это хилинг на этом зиждется. Мы можем, вот наша интуиция, да, это тоже аджня чакра, это наша разумность, это построение бизнеса, это построение концепции, системы, это выстраивание системы, да. И это, конечно же, как я уже сказала, таро, вот, допустим, психологи очень реализованы в сфере, астрологи в сфере
вот этой вот аджня-чакры, которая отвечает за сверхспособности, за образовательную часть. Кстати, вы все учитесь вот в Академике Спирит. Спасибо вам огромное, что вы инвестируете в свое саморазвитие, самообразование, потому что для меня вот самая большая страсть моя – это как раз учить и учиться. И вот так вот и реализуется мое и творчество, и отношения. Для меня это все, и семья, и возможность делиться, и моя профессия. Так получилось, что у меня все это сошлось в один пазл. Вот. Но моя задача, родные, через ту матрицу успеха, которую я в себе обнаружила, поделиться с вами, потому что все вы талантливы во всех своих сферах. Но мне хочется на базе своего вот этого ядра поделиться счастьем, радостью, успехом вот с вами и помочь вам в недостающих вибрациях. И последняя чакра – это гармонизация всех сфер жизни, и это наше путешествие. Вот, кстати, путешествие мне с некоторых пор, уже почти 20 лет, тоже приносит финансовый доход. Это ретриты. Я организовываю такие ретриты и как эскорт-сопровождение персонально, также для групп и обучающие. И вот так вот путешествую, посмотрела весь мир, просто сопровождая кого-то. И вы тоже можете быть все вот такими вот целителями, которые сопровождают других, учат их, как любить себя, как быть счастливыми, здоровыми. Ну, вот так вкратце немножечко прошлась по всем сферам жизни, которая важно наполнять любой феей. Ну что ж, дорогие феи, я еще раз всех приветствую и жду от вас ваших запросов. Я приготовила карты, я приготовила аромамасла, все со мной, знания со мной, и готова наделить вас необходимыми вибрациями. Ваше здоровье. Можно у меня вопрос? Ириша, конечно, моя родная. Сколько у тебя гитар? Я вижу, что у тебя очень раскрыта вишудха чакра, вся ты в творчестве. И меня это очень возбуждает. Я так всегда рада вас видеть, что я прям вообще моментально наполняюсь энергией. У меня прям начинает переть. Здорово. Вопрос у меня такой. Химия дальше работает. Говори. Давно бы, да. Возможно, у вас есть какие-то задумки, ну, потому что вот мы скоро закончим этот курс, и, может быть, есть какие-то у вас планы, ну, именно в самой академии, может быть, какие-то следующие курсы уже составлять, ну, как бы для более высокого уровня, потому что, если честно, я тоже задумывалась над какими-то ретритами. Я обожаю тоже путешествовать. У меня вот до короны, у меня прям путешествие, это прям моя жизнь тоже была. И я очень люблю, ну, вот эти ощущения, ну, как бы новой страны, свежей страны, и там, чтобы, ну, вот. Ира, я понимаю тебя, и это настолько естественно для женщины. Быть и матерью, быть и возлюбленной, и путешествовать – это неотъемлемая часть. Это настолько естественно, что это, конечно же, должно приносить любой леди материальную выгоду. Как минимум, возможность путешествовать, быть с любимым, быть с семьей. И если еще за это кто-то готов оплатить, кому это ценно, скажем так, себя наполнять такого рода энергией, которую ты представляешь, что это совсем хорошо. Да, я сейчас пройдусь по академии. Да, конечно, в академии сейчас открывается кафедра йога-йони. Это работа с интимными мышцами, с интимной гимнастикой. Я тоже считаю, что любая женщина должна владеть не только мышцами лица, но и интимными мышцами. Знать, как делать массаж внутренних органов, знать, как заниматься любовью, как своему любимому ласкать все его божественные части тела, как владеть этикетом, как быть светской львицей, как готовить, детокс питания, как быть спортивной, с крепким телом, как управлять отношениями, как, скажем так, воодушевлять себя на, скажем, гармоничные, позитивные, сбалансированные отношения. Все эти кафедры планируется открыть, но я хочу, чтобы это открывалось все в формате экологичного развития событий. Потому что весь свой бизнес, друзья, я строю на партнерстве. Ко мне всегда приходит обязательно в партнерство некая ученица, которая
интересно развитие этого бизнеса так же сильно, как и мне, например. И мы с ней делаем в тандеме. Вот так случилось со школой «Экотело». Когда-то ко мне пришел Олег, это мой продюсер, и сказал: «Катя, вы знаете, мне так нравится курс ваш «7 чакр», что мне бы очень хотелось его продюсировать». С тех пор мы уже работаем 10 лет, и он сейчас крупный бизнесмен, у него все очень хорошо, он продюсирует более 100 студентов. Также пришла ко мне в жизнь когда-то Ксения Нефедева, это мой финансовый директор, и она создала сейчас огромное количество курсов, онлайн-курсов по развитию бизнеса, она потрясающий директор по развитию. Точно так же однажды Оксана Мальгина пришла ко мне на консультацию и сказала: «Вы знаете, вот мне так интересна педагогика, мне нравится все приводить в систему, мне нравится преподавать». И вот сейчас она директор академии и открывает курс за курсом. Также когда-то ко мне кто-то пришел по фейс-йоге. И таким образом развивается мой бизнес экологично. То есть я никогда не, скажем так, для меня деньги никогда не были первостепенной задачей. Для меня это всегда вторично. Для меня самое главное – это счастье в текущей жизни. Я чуть-чуть поработала, сделала практики, ритуалы, позанималась йога-йони, сделала фейс-йогу, ароматерапию, пошла поплавать. Полдня, девочки, я плаваю, провожу в зале. Полдня я делаю тантру со своим бойфрендом, делаю ему массаж всех его частей и органов. Это очень важно, потому что он меня воодушевляет на бизнес. Мы с ним путешествуем. И, между прочим, я работаю. Я, конечно, трудоголик, но если вдруг моя работа займет чуть больше времени, даже на час, чем моя внутренняя экология тела позволяет, все, я следующий день буду разбитой. У меня не будет энергии на то, чтобы воодушевлять моих учениц, консультировать моих дорогих клиентов. И именно поэтому очень важен баланс во всем. Соответственно, развивать академию я планирую. И, девочки, я вам даже больше хочу сказать. Я хочу в академии открыть кафедры имени всех вас. И чтобы вы эти кафедры потом поддерживали. Допустим, Ирена создает курс там, игры на гитаре. Там, Яна создает курс там, быстрочтения. Там Света создает, как структурировать пространство в доме. Вот я хочу, чтобы творчество каждой из вас было реализовано в онлайн-курсы, которые будут потом представлены как кафедры Академии Kid Spirit, Академия по самосовершенствованию личности, по всем 7 чакрам. На самом деле эта работа идет, она подводная. Вы знаете, подводные течения, что такое? Когда на воде штиль, но когда ты плывешь, ты ногами чувствуешь, что там идет сильная работа. И бывает так сильно заносит, что неизвестно, где окажешься. Поэтому, девочки, кому интересно такое менторство, где вы бы хотели открыть свою кафедру в моей, допустим, академии, и мы вас снабдим всеми необходимыми инструментариями, знаниями, системой, конечно же, все это я с большой радостью осуществлю. Где нужно мотивировать, воодушевлять, методология, философия, как бы вся система, она есть. И дальше эти кафедры просто нанизываются в зависимости от тех талантов, которыми вы обладаете. Вот. А для меня служить вашим талантам, это просто для меня честь и радость. Это самое счастливое, что только можно пережить. И что касается ретрита, девочки, вот относительно ретрита, вот я сейчас очень увлечена таким продуктом, в принципе, я его всю жизнь оказывала, и тоже как вам идея для самореализации. Когда, вы знаете, вот у меня не было семьи родной, я очень рано покинула свой отчий дом, и всю оставшуюся жизнь преимущественно я делала ретриты. Но для меня ретрит, в первую очередь, с чего начиналась моя карьера, это VIP-ретрит. Это называется эскорт, персональный эскорт, когда вы сопровождаете своего руководителя. И я для него была такой вот феей, эко-феей, спирит, такой дух, эко-жена, которая составляла ему программу расписания, где он водная процедура, он у меня умыт, накормлен, веган-питание, скинул лишний вес, никакого алкоголя, йогой позанимались, побегали, лыжи, все сделали, письма бизнес-партнерам написали, конференцию провели, вовремя лег спать, массаж ног сделала, все, спит, супруги его сдала после ретрита, после командировки. Вот это был мой самый флагманский продукт, он назывался эскорт-сопровождение, ретрит. Одного, двух дней, трех дней. Потом мы стали это делать с девочками, путешествовать по выставкам, галереям, монастырям.
И вот я считаю, даже для любой женщины себя в качестве супруги предложить для своего любимого, любимый, вот я твоя эко-вайф, поехали путешествовать. Я хочу путешествовать, я создам твой график, где я тебе сделаю и массаж, и головы, и пяток, и накормлю, и полюблю, и танец, и соблазню, и тантру тебе создам. Вот, давай, давай наслаждаться, давай путешествовать. И, конечно же, такой ретрит, он всегда вкусный для супружеских пар, кто обучается тантре, для тем, кому нужна поддержка в отношениях, либо, как это говорят в Америке, good shape, хорошая физическая способность. Вот так, любимый, и такую кафедру я тоже бы хотела открыть, ретритов, как делать самой ретрит, как быть самим целителем и выстроить систему продаж и вас продюсировать. Я надеюсь, вот я вижу, что кто-то уже начал делать массаж, кто-то лица, кто-то рук, мои любимые, но вот я для вас создаю вот эту вот вибрацию голосом, чтобы вы начали свое тело вот любить, трогать, это прямо то, что нужно, это то, что спасет мир. Девочки любимые, Иришенька, поэтому любая твоя инициатива, любое твое желание, это для меня, знаешь, божественное провидение. Я готова поддержать все, что могу, все, что в моих силах, в рамках вот такой внутренней экологии. И, соответственно, вот там по делу все можем реализовать и кому, на все можем кому заработать. Кому писать, кому обращаться? В первую очередь к Оксане, поскольку она хозяйка этой территории, да, Академия это все-таки ее обитель, и она, соответственно, ты также можешь писать мне, Оксане, пожалуйста, вот мы степ-бай-степ обязательно, твое желание, оно, это Бог говорит через тебя, Творец, наша задача его реализовывать и обучить себя недостающим знаниям. Спасибо. Да, вот я тебе карту вытянула, вот посмотрите, желтая карта, это уровень третьей чакры Сватхистана, самореализация и профессия. У тебя идет какой-то новый уровень самореализации. И да, ты выйдешь прямо на свою миссию в рамках своей профессии, и вот что ты видишь в этой карте, вот очень важно, что ты в ней видишь. Я вижу, кстати, что ну, вот, ребенок зайдет с любопытством, как бы. И учитель отец, учитель, наставник протягивает учитель, ему руку, да. Вот он как наставник, да, он как наставник, он, кстати, он просто как показывает дорогу, он не то, что он там указывает, да, он говорит, да, вот тебе моя рука, дорога это есть, ты защищен, ты со мной, и дерево – символ знаний. У нас символ Академии – это деревце. И как раз по теории Бадзи, вот по которой я консультирую, у каждого есть свой базовый первый элемент. Это ваша миссия на всю свою жизнь, это ваше предназначение, это ваша карма. Вот у каждого человека свой... Надо наводить порядок. Ты что? Это ты должна соединиться со своим элементом, сделать ритуалы, сделать практики на свой первый элемент, принять себя. И тогда у тебя служение будет осознанным. Вот мой первый элемент, как вы думаете, какой? Ты моя умница. Дерево. Дерево. Кто такие деревья? Это люди знаний, активные, очень креативные. Их задача воодушевлять, говорить, быть ораторами и нести знания людям и давать плоды. Плоды, фрукты, кормить других. Давать платформу для самореализации, давать рабочие места, кормить. Вот поэтому курс Detox считается у меня флагманским, где я рассказываю, как себя питать, чтобы быть здоровым и счастливым. Вот так. Да, крутой курс я проходила. Да, моя родная. Я йогу тоже проходила. Все проходила. Да, это как раз про стихию огня, как в себе активизировать. А сама ты металл разыграешь на гитаре, управляешь металлом. Да, не-не-не, это я только танцую, это мой муж. О, потрясающий тандем, потрясающе. Ну, значит, в муже много металла, а ты танцуешь много либо земли, либо огня, но надо смотреть в карте. Надо смотреть в карте, девочки, это очень важно знать свои первые элементы. Это такая внутренняя экология принятия себя. Вы что, если вы не поймете, кто вы, как вы можете аспектировать других, насколько вы в себя влюблены, себя познали, насколько вы тело свое тонко чувствуете, систему свою, все, дальше вы также воспринимаете чутко этот мир. И бизнес, девочки, у меня в карте написано, что такие женщины, как я,
вообще, в принципе, не способны быть бизнесменами, потому что мы полностью indulge in relationship, то есть посвящены только отношениям. Девочки, но выстроив вот это отношение с телом, потом с собой, потом со своим партнером, я смогла выстроить бизнес, который стал международным. Я живу в раю, вот в той, ну просто вот, у меня финансы приходят вот сами по себе, я даже о них не думаю, вообще даже не знаю все свои инкамы, вот вам покажу сейчас все свои карты активные, вот все карты активные, все. Но я даже не считаю, сколько там денег, вообще все равно, оно приходит, вот главное, структурируй свое тело. Вот даже сейчас оказываю такую услугу VIP-эскорт, я путешествую со всякими известностями, миллионерами, знаете, о которых в журналах здесь американских пишут. Я им просто создаю уют в течение дня. Приглушить музыку, сделать sound healing therapy, достать аромамасло, сделать таро-расклад, немножечко обучить их фейс-йоге, с девочками поговорить о любви. Я им просто создаю атмосферу. И любимые, они за это готовы так много платить, что я могу вообще всю оставшуюся жизнь просто вот финансировать нуждающихся. Вот так. В общем, жизнь, она прекрасна на самом деле. И она, это прямо, вообще жизнь, это рай. Главное, структурируйте свой рай, найдите это отношение с самим собой. Сгармонизируйтесь сами в себе и поймите, кто вы, в чем ваша уникальность. Прежде чем ее декларировать, вы должны ее прочувствовать. Поэтому всю свою жизнь я инвестировала в знания о себе, к практике, консалтинг, астрология, нумерология, развитие своих собственных талантов и гармонизация всех своих 7 сфер жизни. Мы для этого пришли сюда, чтобы стать счастливыми. Вот так, мои хорошие. Всем вам этого желаю. И, конечно же, чтобы стать счастливыми, мы снова возвращаемся в те 7 чакр, те сферы жизни, с которых я начинала сегодняшнюю лекцию. Это здоровье, это удовольствие, это профессия, это финансы, карьера, это отношения, это творчество, это сверхспособности образования и путешествия. Все 7 сфер жизни. Если где-то не хватает энергии, знаний, с радостью беру в консалтинг, в коучинг, в партнеры, в продюсирование, в менторство, все, что хотите. Следующие вопросы, мои любимые феи. Спасибо, благодарю. Ириша, будем на связи. Да? Оля? Да? Света? Громче говори, ближе микрофон и громче говори. Звук увеличь. Это на самом деле твое внутреннее состояние. Ты внутренне не хочешь, чтобы тебя слышали. Да. Структурируйся в своем намерении, ты увидишь, как звук поменяется. Хочу немножко от тебя, может быть, услышать каких-то направлений, да, там, по поводу, как я стану мастером по фейс-йоге. Руки у меня работают. Кому я делаю массаж, немножко даже выходит из своего тела, то есть прям гуляют мне. Это все прекрасно, но я столько много информации, да, по анатомии, там, по чакрам энергетическим, что за что отвечает. Я боюсь, или, допустим, изучая одно, углубиться туда, забыть, ну, в общем, бардак полный в голове. Вот. Света, я бы хотела более четко услышать твой вопрос. Правильно ли я тебя поняла, что на данном этапе ты проводишь сессии по фейс-массажу? Правильно я тебя понимаю? У меня есть процедуры, на которых клиент лежит, и я как в подарок делаю массаж, используя знания из фейс-йоги. А почему ты делаешь это в подарок? А какие она у тебя процедуры делает? Обертывание солевое, итальянское и ватерсовые.
прекрасно, когда ты делаешь, а почему ты не опишешь свою уникальную вот такую вот сессию, что ты еще делаешь фейс-массаж? Теперь стали ходить и на фейс-массаж. Конечно, и добавь туда еще арома масла, и еще арома свечи, и еще добавь туда таро. Угу. И еще запиши несколько упражнений, которые тебе помогают, вот видео. И предложи такую услугу, скажи, вот сегодня я вам дарую бесплатно, это мой промоушен, но у меня для вас есть пакет. Вот, пожалуйста, 4 сессии, одна в подарок, и туда входит и ароматерапия, и я вам сыграю на таблах, и вам станцую, и все для вас. И сделай действительно такое предложение, чтобы оно было интересным и вкусным, и увлекательным. И ты знаешь, нам всем не хватает любви, нам всем не хватает касания. Это основное питание для нашего тела, чтобы быть счастливыми. Любовь эмоциональная и тактильная. И любой придет и заплатит за это. Это очень-очень важно. Я даже не представляю, какие должны быть первопричины, чтобы себе в этом отказать. Соответственно, если будет увлекательное предложение, соответственно, я первая, кто запишется. Как вообще можно от такого отказаться? Сделай промоушен, конечно. Если тебе нужен промоушен, я могу тебе в этом тоже подсобить и что-то добавить, чего не хватает тебе для того, чтобы в этом усилиться. У тебя золотые руки, все этого достаточно. Люди идут на твою энергетику, они уже пришли. Все, ты уже признана. А что тебя смущает? Просто оцени себя. Если тебе это не просто, и тебе нужна коуч-консультация, чтобы себя оценить и как бы структурировать себя на уровне предложения своей услуги, я могу тебя в этом проконсультировать и рассказать, что тебе нужно пошагово сделать и качнуть тебя. То есть, что тебе не хватает. У тебя какой-то явно психологический вот барьер, и тебе его нужно преодолеть. И в этот момент нам нужна поддержка. Так всем из нас, девочки, у меня тоже очень много коуч-учителей. Вы думаете, мне было просто переехать в Америку и начать здесь себя самореализовывать, когда ты не знаешь языка, ментальности? Тоже, и я все время пользуюсь коуч-сессиями, и меня все время учат на все 7 сферы жизни. Как строить бизнес, финансы и так далее, и так далее, язык. И все. Это нормально, это здорово, мы все друг другу в помощь. Да, родная, я благодарю тебя за то, что ты активно проявляешься с желанием самореализации. Это так здорово. Мы вместе, мы сила. Хорошо, Оля, родная, может быть, у тебя есть какие-то вопросы? Ты, я вижу, в такой медитативной пребываешь вибрации. Скажи, пожалуйста, а где вот можно, ну, кому обратиться, как вычислить свой вот этот первый элемент? Я могу тебе провести такую консультацию с большой радостью и подобрать тебе, соответственно, практики под те элементы, которых не хватает, чтобы сбалансировать все 5 первоэлементов. Я их еще раз перечислю, любимые. Я 100 раз об этом говорила, но позвольте, я еще раз их проговорю. Это, конечно же, стихия вода. Вот я, Оля, вижу в тебе очень много этой стихии. Это такая мыслительная работа, больше подумать. Это люди эмоциональные, но глубоко внутри себя. То есть такие внешне сдержанные, но внутри они океан эмоций. Это люди мыслители, мудрые, знающие. Вторая стихия, как я уже, моя любимая, дерево, это креативные, вспыльчивые, творческие, они все время там что-то придумывают, какие-то знания несут в общество, мотивируют. Это стихия дерева, да, вот проводить в лесу, питаться, вот где же, если нет возможности нюхать листву и траву, вот, пожалуйста, у меня тут эвкалипт, иланг, вот душа растений. Кстати, как сбалансировать стихию дерева? Третье – это стихия огня. Вот мне в России не хватало стихии огня. И именно поэтому я путешествовала в жаркие страны. И вот для меня каждый день обязательно, у кого нет возможности загорать, вот свечи, зажигайте дома свечи, создавайте уют. Ходите в сауны, в баньки, мои любимые. Загорайте, у кого есть возможность, у кого нет. Вот, пожалуйста, с арома свечи, арома масла.
третья стихия, то есть четвертая, это земля. Когда огонь сгорает, он превращается в землю. Что такое земля? Это работа с телом, массажи, клубы, то же самое питание. То есть это платформа. Земля – это ходить в день хотя бы 10-15 километров. Вставайте на беговую дорожку и ходите, ходите. Активизируйте свои ягодички, свою систему женских органов, свое тазовое дно. Ходите. Профилактика от плоскостопия. Именно вот такая вот анаэробная нагрузка очень важна. И куда мы приходим в конце? Мы приходим в металл. Металл – это наша система. Кто я? И вы знаете, когда я пришла к системе «Кто я?», я смогла себя оценить. А когда я себя оценила, мне пришел металл в виде вот таких украшений. Да, украшения, украшения. Это статус, это статус. Металл – это статус, это система, на которую нанизывается ваша уникальность, все ваши первые элементы, ваше расписание – это тоже ваша система. Так, мои родные? Кать, можно еще один вопрос? Конечно. Я так понимаю, что я по ощущениям сейчас, вот, видимо, произошло выгорание определенное. Потому что я понимаю, да. Ну, я много лет просто в таком сложном режиме работала, как бы много времени, и себе вообще времени не уделяла никак. Я вот сейчас курс этот пошла с вами, удовольствие колоссальное, мне девочки нравятся, общение все. Но вот любовь к себе, о которой пишется везде, с какого места ее доставать очень сложно. Это твоя ахиллесова пята, это очень важно, да. От этого все строится, от этого все зиждется. Я как бы вот шаг делаешь, и идет откат, два шага вниз, в обратное откатываешься. Вот ставишь себе цель какую-то, обязательно найдешь много, куда себя деть и не двинуться туда, куда нужно. Вот как из этого выйти? Конечно, Черно. Да, но надо рассматривать твое расписание, питание, твои мысли немножечко в этом побыть, в твоей ментальности, что какие-то ситуации разобрать конкретные. Поскольку я могу рассказать, вот случай буквально со мной недавно случился. Я путешествовала со своим кастом, как говорят американцы, клиентом, и услуга, которую я предоставляла, это частный спорт. И, конечно же, мне в день оплачивали, но некую сумму просто для того, чтобы я находилась рядом со своим кастом, со своим клиентом. И вы знаете, в один из дней он пригласил меня на мероприятие, ну, назовем это вечеринка. Но вы знаете, я почувствовала себя, что мне вечеринка уже сегодня достаточно. Мы сегодня сделали йогу, посетили галерею. Я провела ему консультацию. Ехать с ним на вечеринку я поняла, что я не могу. У меня нет энергии. И вот это вот очень важно. То есть, но в договоре не было указано, сколько конкретно часов он оплачивает. Вот он, допустим, оплатил определенную сумму, но за сколько часов не указано. Написано, что я вот с ним весь день. И вы знаете, я поехала с ним на эту вечеринку, следующий день я была полностью разбита. И после этого я прописала в своей форме договора, что, допустим, $1000 – это только мои 5 часов. Только 5 часов. И, соответственно, в следующий раз я буду планировать свои рабочие часы, чтобы не быть разбитой. А все от чего зиждется? От принятия своего тела, любви к себе. Если я себя, скажем так, ну назовем это, насилую, да, какой-то практикой ради денег, что в исходе происходит? Я потом разбитая, и мне потом даже деньги не нужны, я несчастна. У меня нет ресурса, мне нечем поделиться. У меня нет энергии, чтобы поделиться с клиентом, ведь он мне заплатил за энергию. Он мне заплатил за энергию, в которой я люблю себя. И в которой я ресурсна, мне есть чем поделиться. Я настолько наполнена, что меня просто воодушевляет желание сделать ему приятно. Вот это вот очень важно. Вот это очень... Я вам сейчас рассказала эту историю, чтобы все немножечко к себе ее примерили. Да? Что я себе не изменяю, девочки. Я вам говорю сейчас про вас. Себе не изменять. Тогда все будет хорошо. Чувствуйте себя, контакт с телом. Вот мне для того, чтобы воспеть такую чуткость к телу, которая меня всему учит, мне пришлось пройти там тернистый путь практик, любых практик, и психологических, и физических, и разных. Но всегда слушайте, что хочет тело. Всегда слушайте специалистов, которые прошли в этой области дальше вас.
получайте знания и практикуйте. И здорово, если у вас есть коуч, который вас за руку подтягивает и говорит: так, вот здесь так, так, дает вам настройки. Это очень важно. На уровне тела, духа и разума. Родная, Оленька, я надеюсь, я ответила на твой вопрос, родная. Как ты по ощущениям? Да? Да. Для меня просто это вообще первые шажочки. Я сейчас начинаю йогой заниматься постепенно. Питание откорректировала. Вот я как бы в курс ушла уже, минус 6 килограмм. Умница! Видишь, какая малая. Оля, оставляй... Девочки, оставьте, пожалуйста, свои отзывы. Мне так нужны здесь на сайт в Америке ваши отзывы. Я всех награжу. Оксана пропишет, какие курсы в подарок, какие уроки. Нам так это ценно. Здесь в Америке это очень ценится. Testimonials называется. Вот. А где это оставить? Я не сильно... Да? Ну, мы с Оксаной пропишем там, как это все сделать, и ваши почты, и мы вас проинструктируем. Это буквально одна минута вашего времени, а мы вам какие-нибудь подарочки приготовим. Удовольствие. Хорошо, мои родные. Спасибо большое. Минус 6 килограмм. Оля, да ты царица, Тамара. Какая молодец. Какая молодец. Угу, да. Ты очень похожа на моего бойфренда по энергии, по телосложению. У него тоже много стихий воды, он тоже умняшка, как ты. Ему тоже хорошо бы вес кинуть. Но вот мы здесь проделали большую работу. Вы знаете, вот американцы здесь очень многие приучены к чипсам. Это у них культура. Просто вот чипсы, картошка, френч-фрайс. Но вот за год он сбросил уже 20 килограмм. 20 килограмм. Неспешно. Я там каждые чипсы у него вытаскиваю из-под мышки. Но вы знаете, вот что интересно? Он говорит, я говорю: Дэнь, если ты перестанешь есть хлеб, то дело пойдет быстрее. На что он говорит: Катя, ты же мне запрещаешь есть хлеб. Я же не ем хлеб. И в течение дня, девочки, утром я у него отобрала крекеры. Днем он съел фалафель с питой в хлебе. Вечером он съел лаваш, но там было немножко салата. И ночью я нашла все съеденные печенья и тарталетки. И он говорит: я не ем хлеб. Ты что, я не ем хлеб? Я говорю: Дэнни, а 130 килограмм, это Святой Дух материализовался вот просто в любви ко мне. И, девочки, это каждый день я это вижу, понимаете? Я с ним набрала плюс 6 килограмм, представляете? А он скинул 20. Я просто, а знаете, как я набрала 6 килограмм? Я просто тестирую все, что он пытается съесть. Я там хлеб откусила, так, глютен, читаю состав, у меня уже килограмм. Ну, в общем, вот такая вот вам, вот такая вот, такой баланс. Хорошо. На девочек было посмотреть, тут внешний вид, это уже мотивация. Думаю, боже мой, какие молодцы. Вот многие же видно, что занимаются йогой, тело подтянуто. Как бы, ну, есть и не очень молоденькие, как бы, девушки, выглядят хорошо. Конечно. Это очень. Вот видишь, зато ты умняшка, зато в тебе есть такие уникальные знания, о которых эти девочки только мечтают. Когда себя структурируешь, ты сможешь этим поделиться. Это здорово. Сложно, очень-очень сложно. Горе от ума. Я даже на медитациях не могу никак расслабиться, потому что мозг постоянно работает. И как бы сложность. Давай мы тебе карту сейчас достанем, а что она тебе посоветует. Вот у меня есть вот такая карта. О, начать зарабатывать деньги. У тебя вот такая карта. Свои знания материализовать, тебе карта говорит. Потихонечку, по копеечке. Вот у тебя есть уже какие-то услуги, которые можно монетизировать. Давай, расскажи, что ты там умеешь, и мы тебя упакуем. Я массажист. Вот у меня как раз-таки на данный момент застой. Я начала обучаться, у меня почему-то вот клиенты куда-то делись. Вот какое-то внутреннее состояние стопора идет. Ну, все правильно, конечно, потому что... Прежде чем свой массаж декларировать, нужно понимать, что я за специалист, в чем моя уникальность, как бы в чем моя миссия, в чем предназначение и что я хочу. И саму энергию накопить в теле, чтобы желание было делиться. Потому что когда ты сам не в ресурсе, клиент не пойдет. Да. Хорошо, родная. Мы на верном пути. Спасибо. Да. Хорошо, родная. Девочки миленькие, следующая. Кто мои божественные феи? Кто хочет коуч-сессию?
в онлайне. Екатерина, добрый день. Ксюшенька, самая улыбчивая. В тебе очень много стихии огня, я вижу. Прямо улыбка вот прямо сияет на фоне зеленых деревьев. Спасибо. Это где так зелено уже? Это какой регион? Это в Вене, в Австрии. Ой, как я обожаю Вену. Ксюша, каждое мое утро начинается с венской оперы. Да, Дэнни, он купил себе наушники, себе, чтобы не слушать ее. Он говорит, я больше не могу, у меня от этой классики. Он говорит, я от нее засыпаю, пожалуйста. И он мне подарил наушники, чтобы я слушала. Венская опера. Ты знаешь, сколько я ретритов провела, вот как раз посещая, нетрепко, посещая все ваши вот эти консерватории. Там такая культура музыки, эти кафе. Это венский кофе. Когда жила в Вене? Я тебе даже больше скажу. Вся семья президента живет в Вене. Я им проводила коучинг для всей семьи. Они предпочитают отдыхать в Европе именно там. И там их основная резиденция нашего президента. И для меня Вена – это просто вот мой второй дом. Это такая обитель, самое культурное пространство. И музей, и вот эта музыка, и этот венский кофе, это культура. Боже, как я понизила. Здесь в Америке этого нет вообще. Здесь, вы представляете, тут приходишь в театр и продают картошку фри. И ты с этой картошкой можешь прямо зайти на спектакль с попкорном и картошкой, и с кока-колой. Я была в шоке, когда мой Дэнни купил мне картошку и зашел в театр с картошкой и с кока-колой. Я говорю, Дэнни, ты что делаешь? Ты что меня позоришь? Он говорит, Кать, хорошо, я выброшу. Но когда он выбросил, я обратила внимание, что все вокруг меня, женщины, которые сидят там с Ботегой, с Луи Виттон, с Шанель, они все с картошкой и с кока-колой. Здесь просто такая культура, здесь вот такая культура. Ну да, есть. Ну да, это непонятно, конечно, вещи такие. Ой, столько много вопросов. Я хотела сначала вопрос задать про стрессовые ситуации, потом думаю, нет, не надо. Потом мне захотелось вопрос задать про общение с противоположным полом, с молодыми людьми, потому что, да, по вам видно, вы такая, прям в этом. Только в этом. Весь мой бизнес, Ксюша, строится на этом. Я приехала в Америку и подумала... Так, тут что-то все серьезно, тут еще посерьезнее российского бизнеса. Как же мне его тут начать? Пойду-ка я сначала найду я себе бойфренда, и он меня всему научит. И у меня была четкая ментальная установка, что мне нужен ментор, меценат, который меня научит уму-разуму. И он просто проявился, вот, девочки, через 6 месяцев. Я только приехала в Америку, я провела коучи для семьи, там, для пар. То есть 6 месяцев у меня был коучинг, как только он закончился, на следующий день ко мне пришел мой ментор. Это, девочки, весь мой бизнес строится только на отношениях. Вот, Ксюша, именно так. Мужчин, это вообще самое главное предназначение женщине, служить мужчине. И делать его жизнь нарядной, счастливой. И ты от этого сама духовно растешь. И у тебя жизнь превращается в какое-то сплошное удовольствие, которое ты разными игровыми формами предлагаешь своему возлюбленному. И его приучаешь к своим удовольствиям. У меня Дэнни терпеть не может театр, терпеть не может йогу, терпеть не может там классическую музыку, спорт, путешествия. Вообще ему ничего не надо. Он просто... зажиточный купец, бизнесмен, который заработал уже миллионы до конца своей жизни. Я ему говорю, о, Дэнни, а я люблю танцевать, я люблю массаж, йога, я хочу бизнес, я хочу путешествия, я хочу это, я хочу блогерство, я хочу это, я хочу часы, я хочу кольцо, я хочу путешествовать. И тут началось. Девочки, и как это все преподнести ему так, что это его желание? Вот это великая алхимия 5 первоэлементов. Здесь ты должен, конечно, и выполнять свои обязанности, и воодушевлять, и эмоционально его наполнять, и создавать ему райскую жизнь, и мотивировать на какие-то там духовные трансформации и, конечно же, себя раскрывать, свою сексуальную энергию, свой сексуальный потенциал. Потому что каждая женщина обладает огромным количеством уникальной сексуальной энергии. Но, как правило, многие женщины ее трансформируют там, в детей, кто в профессию, кто в молитвы, кто в какую-то свою...
сферу, допустим, самореализации, как, ну, воспитание и так далее. Но когда вы раскрываете себя именно как вот эту природную сексуальность, как жрицу, как любовницу, вау, девочки, как только я смогла это в себе раскрыть, ко мне постучались клиенты, которые сказали: Катя, мы за 3 часа вам готовы заплатить $1500, научите нас тантре. Что такое тантра? Как касаться друг друга? Как снять блоки и сексуальные ограничения ума? Как эмоционально сгармонизироваться? И как телом мужчину, какими движениями его наполнить, чтобы быть в этом раскрытой? И вы знаете, на сексе, ну, все зиждется на этой сексуальной энергии, вот этой вот алхимии между мужчиной и женщиной. Милый, это так важно, это так важно. Это вот только это освой, все остальное придет автоматом, автоматически. Ну, то есть это вот сначала все надо изучить, обучить, то есть вот тантру, да. Конечно, себя раскрыть, свои эрогенные зоны свои познать, да, самой научиться кайфовать, чувствовать, техники освоить, да, себя полюбить, да, и на эту энергию уже придут, а не когда ты как одолжение, там, ну ладно, так и быть, вообще-то поздно уже, ну нет, ты должна быть в этом прямо тотально. Ну, мой вопрос, знаете, какой, вот как бы, я не замужем, да, но вот я общаюсь с молодым человеком, мы уже 1.5 года общаемся, но как бы, с одной стороны, это все вроде как удовлетворяет, ты видишь, что он для тебя старается, он хочет для тебя там многого сделать, но я чисто по ощущениям чувствую, что я его сильнее по энергетике, да, энергетически сильнее, вот, и как бы у меня такой закрадывается вопрос, надо ли мне продолжать с ним отношения и как-то вот, я не знаю, там, искать какие-то, может быть, на других уровнях, себя, может, по-другому просто вести? Или это не мой человек, и лучше закончить эти отношения и, я не знаю, может быть, искать других отношений, хотя... Ой, ну у тебя горе от ума, такая ты смешная, так, ты такая, Ксюша, смешная. На самом деле, смотри, что сейчас происходит. То, на каком ты сейчас энергетическом уровне, такого мужчину ты и привлекла. Это твоя ответственность. Ты его привлекла, и твой внутренний мир соответствует вот этому мужчине. Это твое зеркало. То, как ты себя любишь, насколько ты себя оцениваешь. Да. И когда ты будешь готова к чему-то большему, ты простроишь себя и будешь готова. Ты привлекешь следующего. Но сейчас это твоя реальность. Это то, на чем ты можешь практиковать и выкристаллизовывать свою так называемую уникальность, свою бесценность. И ты увидишь, как этот мужчина начнет расти с тобой. Ты его просто недооцениваешь. Вот смотри, что тебе карта говорит. Во-первых, посмотри, что на ней изображено. Женщина, которая печет пироги. Да? Acceptance – это принятие. Заботься о нем и смотри через него, кто ты, насколько ты себя ценишь, какова твоя самооценка и насколько ты ценна, вот тебе. То есть твои, да, как бы обязанности, твоя забота, твои ежедневные рутина, это называют американцы, рутина. Acceptance, принятие того, что ты есть, а то ты такая принцесса, а притянула кого притянула. Да нет, это твоя реальность, это твоя сексуальная энергия. Поняла. Спасибо, что да, вот направили. Карта очень хорошая. На самом деле, ты в пирогах. Ты в пирогах, посмотри. Ты в пирогах. У тебя на сердце, кстати, написано черри. Черри, хочу чего-то поактивнее, черри. Вот как раз у меня есть такой аромат черри. Добавляй ему туда ягодку. И на самом деле, очень хорошая карта. Очень хорошая карта. Ты в пирогах, в розовом цвете. Огонь – это стихия огня. Уровень Муладхары чакры, то есть секс, отрабатывай секс, отрабатывай себя как жрицу. Здесь, конечно, важно и поучиться, и с головой поработать, и практиковать. Могу, конечно же, тебя в этом поднаторить. Да. Хорошо. На здоровье. Спасибо большое. Спасибо. Отлично. Хорошо. Кто у нас следующий? Мои любимые. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, моя дорогая. Я говорю сейчас с Мариной? Нет, Таня. Танюша, ищу тебя. Угу. Ты включила видео, да? Да,
Да, видео включено, прям у всех девушек вопросы, на которые у меня, ну, как бы вопросы совпадают. У меня они тоже были, особенно последний, и первый, и последний. И очень интересное направление, вот это связанное с развитием отношений, с гармонизацией. Я вам там попыталась написать в чате. Да? Поэтому если у вас такое, да, направление будет создаваться, то мне бы хотелось тоже как-то в нем поучаствовать. Конечно, Танюша, проговори его, я не вижу сейчас час, проговори, и когда ты проговариваешься, энергия, сила, она прямо, знаешь, структурируется и в твоем сознании, и в обществе, и в том эгрегоре, который сформирован. Проговори мне, пожалуйста. Ну, во-первых, мне бы хотелось поучаствовать в развитии вот этого направления по отношениям, йони-йога, да? Курс йони-йога, да, сейчас формируется, да. Нам нужна команда, да, в продвижении. Вот, я бы хотела поучаствовать в вашей команде. Потрясающе. Это то, что мы ищем. И это будет разобрано, конечно, декларирую, что, да, более детально. И в связи с этим, ну, как бы это направление интересно, потому что мне хочется и для себя это реализовать. Ну, то есть понятно, что, во-первых, когда ты общаешься с другими людьми, ты по-другому начинаешь и себя воспринимать, и сам учишься. Это называется, пока рассказывал, сам понял. Все правильно. Я в каком смысле в это верю. Исходя из этого, ну, если можно, я тоже задам вопрос. Здесь уже перекликается с Ириной, тоже про отношения. Вот у меня они вообще не выстраиваются. Ну, то есть у нее есть вот такой молодой человек, который, ну, с которым есть сомнения, а у меня вообще на горизонте как бы ничего интересного нет. И, соответственно, понятно, что это отражение текущей ситуации, я в какой-то текущего моего состояния, я услышала ответ на вот этот вопрос. Но у меня был брак с арабом. Прекрасно. Я уезжала в свое время, да, я уезжала в свое время в Дубай, я была замужем, довольно долгое время там жила, ничего не получилось, вернулась в Россию, ну и вот сейчас занимаюсь самообразованием, изучением. Сколько лет ты жила с ним в браке, со своим восхитительным арабским мужчиной? 6 лет. Прекрасно. И в Дубае жила. Хорошо. Я обожаю Дубай. Да. Я там тоже прожила 3 года, наверное. Очень люблю Арабские Эмираты. Ну и, честно говоря, я вас хотела попросить вытащить карту тоже по поводу отношений, как их выстраивать, как мне их выстраивать, чего не хватает и почему нужный человек не притягивается. Хорошо, Танюш. Угу. Но ты же сама не хочешь отношений. Вот мне интересно, ты картам задаешь вопрос, но ты сама их не хочешь, ты же их не хочешь. Я вот тебя слушаю, и я не слышу, что ты их хочешь. Ты сама к ним не готова? Да? Вот ты мне лучше скажи, почему ты их не хочешь. Тебе что-то не хватает, ты не поймешь, кто тебе нужен, да, для счастья. Либо у тебя, то есть ты как будто бы их хочешь на уровне, допустим, там, слов. Но, в принципе, ты для этого пока ничего не делаешь. Как будто бы, ну, вроде как нужно, но а зачем, еще пока непонятно. Они у тебя не выстраиваются просто потому, что тебе они не нужны. Тебе кажется, что было бы неплохо, и что если кто-то возьмет инициативу, то хорошо. Но нет, ты должна взять инициативу и сделать эту материализацию партнера. Просто по 7 чакрам структурировать своего партнера, прописать, и ты увидишь, он проявится прямо, ну, вот, прямо сразу же. Но ты... На самом деле... Был один молодой человек, и как бы в принципе... Ну вот видишь как, ну вот видишь, а ты все скромничаешь. А ты пыталась от нас скрыть, эх ты. Я же чувствую, что что-то здесь не так, да. Так, Танюша, давай, вот здесь уже погорячее. Здесь уже более вкусно. Да, есть двое. Вау! Трое детей он развелся, и я себе почему-то вбила в голову, что это вот что-то судьбоносное. Хотя мы общались 10 лет назад, я еще не была замужем. Ну, он развелся, начал встречаться, и как бы там ничего не получается. А второй, он абсолютно свободный, в принципе, я ему тоже нравлюсь, но мы с ним, вот, как бы тема секса поднималась, короче, мы с ним не совпадаем в плане секса. Вот. Танюша, ты знаешь... И это как бы невозможно... Да-да-да. Ну, невозможно объяснить, и невозможно, как бы не получится как-то вот исправить. Это единственное, что тебя останавливает с ним, да? Тебе из этих двух кто больше нравится? Ну, на самом деле, мне больше нравится, конечно, первый, но я ему не нравлюсь. Хорошо. Хорошо. А со вторым у него есть определенные предпочтения, ну и как бы не получается. Смотри, я тебе предлагаю начать со вторым.
преодолеть вот этот вот блок психологический, который обуславливает тебя в счастливых тантра-отношениях, потому что в первую очередь он нераскрытое тело и блоки в сознании, нераскрытое тело. Любой, каким бы он там ни был, извращенцем, маньяком, всегда можно найти золотую середину. Он тебе будет делать то, что тебе нравится, ты научи его, как тебя любить, и он взамен благодарности будет любить твои эрогенные зоны. И любые сексуальные отношения можно трансформировать на идеальный, 100% уровень. Даже если он ugly, как говорят американцы, безобразное тело. Знаете, мой молодой человек, представляете, вот я такая вся из себя нимфа, балерина, с раскрытыми чакрами, там, поющая, вибрирующая. Мой молодой человек 150 килограмм. Как вы думаете, могла ли я возбудиться, глядя на его такое, скажем так, брутальное тело? Согласитесь, тяжело, да, вот на первый взгляд. Но на самом деле, когда ты раскрываешь свою сексуальность, ты уже не видишь этой брутальности, и ты уже просто обучила его, как вот, знаете, вот собачку дрессируют, я утрирую, обучила его вот пошагово, дала ему протокол, и он будет стараться так, как ни один ловелас не старается, красавчик ловелас. Вот он делает такое, что я думаю, ба, какой ты у меня талантливый. Понимаешь, соответственно, если у вас в сексе, как ты говоришь, есть определенные сложности, это говорит о том, что ты себя не раскрыла, не умеешь себя любить, первое. И второе, эгоистично. Эгоистично в отношениях настолько, что не смогла, скажем так, своей любовью растопить творческий потенциал своего возлюбленного, который бы тебя раскрыл сексуально. Поэтому, когда ты раскроешь себя сексуально и сможешь выстроить свою тантру и отношения вот с этим текущим молодым человеком, у тебя энергетика поменяется настолько, что вот тот первый обратит на тебя внимание. И еще не факт, что он тебе будет интересен. Ты уже перерастешь эти отношения. Вот это работает, вот это 100% так. Ты сама сейчас очень зажата. Давай посмотрим, может быть, я не права, давай спросим карты, да, они более объективны, кто ее знает. Смотри, какая карта перевернутая, она говорит, что у тебя сексуальная энергия оранжевая, заблокирована, ты ее прячешь от всех, ты ей не занимаешься, как будто для тебя это не важно. Вот ты даже сказала, ну, для меня это как будто, ой, нет как будто никого, как будто нет, как будто бы моя твоя сексуальная энергия спит. Раскрываем, и кого мы тут видим? Солнце, страсть, любовь, секс. Посмотри, какая жрица. Жрица, оранжевая энергия, сексуальная. У тебя время раскрывать себя сексуально. Renewal, обновление себя. Вот то, что ты накопил определенный опыт, сейчас сделай его перезагрузку. И начни себя раскрывать на уровне ума и тела. Тантрические практики, тантрический массаж. Я всему могу тебя обучить. Мы можем сделать вот просто онлайн-сессию и... Ты мне сама покажешь, что ты делаешь, я тебе там какие-то воодушевления дам, и увидишь, как энергия заработает. Да, спасибо. Да, ну конечно, ну а что ты, инвестируй в свою сексуальность. Ты что, тебе это даст такой ресурс, да это для твоего предназначения. Не теряй время. Спасибо большое. На здоровье. Так, кто у нас там следующий? Ну, конечно. Любимая, как тебя зовут? Я должна тебя... Меня зовут Сурайо. Ищу, моя хорошая. Сурайо. Так, а где же? Я пролистала уже. Который в вкладке, Катя. А, ты не включаешь камеру? А, все, я вижу тебя, моя хорошая. Ой, как я люблю эти вкладки, девочки. У меня такая всегда ностальгия по Абу-Даби, по... Арабским Эмиратом, там все вот так вот, мусульманочки вот так ходят. Мне кажется, ой, это так красиво. Хорошо, спасибо. Родная. А ты где живешь, расскажи. Я живу в Стамбуле уже 20 лет. Я сама с Ташкента, с Узбекистана. Как я обожаю Стамбул, эту голубую мечеть. Эти каштаны, которые продаются печеные, боже. У них там потрясающий музей современного искусства, огромный центр. Да, да. Прекрасный город, я тоже люблю. И вот, у меня такой вопрос, Катя.
Вот я не могу уже годами себя как его перевоспитать, или как сказать по-русски. Я вот, у меня такая проблема, я не могу вот, начать чего-то и откладываю все время. На вот последний, как его, час, да, или последний день. Вот я с этим, вот, как его, страдаю. И у меня вот на этом фоне и идет такая там, ну, вроде я все там складываю насчет работы, насчет, как его, дополнительной заработки. И из-за того, что я вот откладываю себя сама, вот как его манипулирую, да, у меня вот как-то я сама себе как бы, и мне кажется, что я как его, как его, ну, прячу, да, или его. Я понимаю. Да, я по-русски как сейчас не смогла подобрать. А слова. Скажи, пожалуйста, ты хочешь монетизировать свой талант? Правильно я тебя понимаю? Ну да, я думаю, что я многое что умею делать. Например, например, перечисли мне, вот что ты умеешь делать и как ты хочешь на этом зарабатывать. Давай, расскажи мне, что у тебя есть, вот, какие драгоценные камушки. Системность, как его, семейные, там по-русски как психолог. Расстановки. Угу. Семейный Constellation, по-моему, да? Да, да, на да. Английском. Вот. И потом, как его, по дыханию там аюрведе, и аюрведу я тоже изучала, и древнюю медицину там по Авиценне. Потом я обучалась, как, ну, многие, которые вот методы, которые вот можно избавиться от болезней, изменяя свои размышления, да? Да. Ну, вот, в порядке таких, как его, методов. Но у меня вот как-то получается такое состояние. Вот есть клиенты, а потом раз исчезает. Вот как бы волна такая, да, и как его, пик, и вот как его, много продолжается там, как, без клиентов такой этот... период. Распад, да, поняла. Угу. Угу. Ну, здесь все то же самое, что и у всех предыдущих девочек. В первую очередь нужно понимать, да, в чем моя ценность, какие услуги я декларирую, что они включают, отстроиться от конкурентов, почему именно ты, как семейный психолог, наиболее цена твоя рекомендация, да, например, вот твоя ниша именно женатые, замужние женщины там с двумя детьми, тремя детьми, то есть вот это твоя ниша, потому что у тебя у самой такая ситуация, да, ты там счастлива в браке, 20 лет у вас трое детей, и это именно, вот ты таргетируешься на этих женщин, да, и именно что ты делаешь, вот ты специализируешься там на девочках, которые вот там в мусульманстве, ты знаешь это, эти традиции, ты можешь, вот твоя эрия, и пожалуйста, то есть когда ты декларируешь что, в чем твоя уникальность, когда ты даешь возможность поделиться своей энергией с окружающими, кому это нужно, может быть, проводишь какой-то промоушен и говоришь, вот, пожалуйста, вам в подарок, но, в принципе, моя услуга столько стоит, это мое время, ничего лишнего, вот просто мое время. И клиенты, они приходят, это само собой происходит, потому что ты такая одна, понимаешь, ты такая одна. В принципе, твоя уникальность, она нужна всем. Но дальше уже зависит от того, что ты для этого делаешь, чтобы это реализовать. Если ты весь день лежишь и медитируешь, это тоже хорошо. Может быть, у тебя сейчас такой период в астрологической карте, такой период, там, кету, в 12-м доме, где у тебя нужно сделать переоценку ценностей, кто я, что я. Может быть, тебе нужен коуч, бизнес-коуч, наставник, который тебе поможет упаковаться, презентовать, продать, там, таргетировать, да, какой-то маркетинг-план составить, бизнес-план продаж. Это отдельный бизнес. У меня бизнесом занимается отдельные команды в разных странах, отдельная команда.
Вот. А может быть, тебе внутренне нужно структурировать твое расписание на уровне тела, как боди-коучинг, то, что я делаю. Я говорю, сначала структурируй свой день, свое тело, накопи энергию, и ты потом увидишь энергию для самореализации. Вот у меня все от тела шло. Первое, я наводила порядок в расписании, в практиках, в питании, а потом автоматически у меня и творчество, а на творчество приходили деньги, а на деньги уже там система продаж и все остальное. Как бы алгоритм, он вот такой. Немножко соберись, тебе много воды, да, там больше ходить, по питанию посмотреть, что питание очень сильно воздействует на эмоции. Вот я смотрю мой Дэнни, он поел хлеб, он спит весь день. И пока я не приду со своим деревом, не заставлю его, так, идем в бассейн, сегодня берем яхту на прокат, идем плавать, будем плавать, ну-ка иди сюда, иди в воду. Вот, а теперь помоги мне по бизнесу, давай структурируй меня, вот какое рекламное агентство лучше, там, как мне сделать свой сайт и так далее, и так далее. То есть управляйте своим расписанием, сознанием в течение дня, и как бы бизнес, он подтянется. А для девочек вообще бизнес — это как бы часть удовольствия, это для нас не является как бы первостепенным, это такое приятное хобби. Приятное хобби, нам на удовольствие. Хотя мое хобби, оно, я очень хорошо как бы в этом структурировалась, как любой международный коуч. Но у меня есть такая амбиция стать вот как Тони Робинс. Вот здесь очень знаменитый коуч. Вот. Ну, экологичный, я хочу быть эко-коучем, который прям в удовольствие. Без вот этого надо там чек сделать, продать, там бизнес-план, столыпинское движение. Нет, это не девчачья энергия. Там деньги. Нет, для меня главное счастье. Счастье во всех моих чакрах. И в йоне тоже. Вот так лучше. Лучше так. Свечечки, аромамасла, путешествия. Ну и деньжатки, они там сами, тюнь-тюнь-тюнь, сами приходят. Это все. Естественно. Девочки, на самом деле в мире денег больше, чем возможности у человека, больше, чем энергии. Поэтому что о них волноваться, они и так придут. Но нужно быть четко структурированным. Кто ты и что ты. Иначе тебя распнут. Особенно Америка. Знаете, какая обжигающая страна. Она тебя прямо учит. Тут вот, кстати, если хочешь пробудиться, приезжай в Америку. Здесь не получится не работать. Потому что вот ты проснулся утром, и ты уже всем должен. Тебя чарджат, девочки, вот тебя чарджат за все, там, телефон, за это. У тебя каждый день такой счет. Представляете, девочки, я вам расскажу анекдот. Первым делом я пришла в Америку и открыла saving account. Знаете, что это такое? Я прихожу в банк и открываю счет для того, чтобы сохранить деньги, чтобы они у меня, ну, скажем так, были сохранены, не валялись где-то в кошельке. А вот все денежки, какие у меня были, я положила на аккаунт. Девочки, через пару месяцев я смотрю, не хватает пары тысяч долларов. Думаю, странно, а куда деньги делись? Я же их положила сохранить. И что вы думаете? Когда мне сделали вот эту распечатку, detailization of my account, какие-то компании, там, YouTube, какая-то реклама. И сам банк у меня снимал каждый месяц деньги за то, что они открыли мне счет. У них такая услуга. Если ты хочешь, чтобы твои деньги лежали на аккаунте, ты должен платить банку. Они не выплачивают проценты, это ты им должен платить. Вы представляете, какая Америка? Поэтому тут не работать невозможно. Поэтому, родная, могу тебя пригласить в Америку и прям обучить тебя. Тут спать будет некогда. Некогда. Давай посмотрим, какая тебе карта. Какая тебе карта, с какой чакрой работать. Вот смотри, реализация. Вот тут девочка, которая тоскует, и у нее бэкграунд очень богатый. Ты знаешь, там стоит, это как будто бы, ну, некая, знаешь, как вот, некое пространство. Вот смотри, у нее огромный опыт. Здесь кладбище, на самом деле, это аллегория на знания и аватаров, и ситуации, и клиентов, которых ты исцеляла. Это вот весь твой опыт, как бы все твои знания, и вот эти вот как будто бы могилки, это как идеи, которые у тебя были в жизни. Вот знаешь, как уже все было в твоей жизни, уже все было. Все ситуации, целительство, оно уже все было. И сейчас это твой бэкграунд. И ты стоишь, и тебе говорят, реализуйся. И отпусти все старое, что было. И вот по-новому себя структурируй, реализуйся и
воплоти свою уникальность. Вот. И, ну, видишь, вот эту, как бы, преобразуй эту тоску в радость. Придут деньги, деньги приходят на радость. На радость. А такая... вот как реализовать себя? Вот этого я не знаю, Катя. Это такое искусство, искусство, это так же, как искусство заниматься любовью, искусство строить отношения, искусство самореализации. Я могу тебе предложить коуч-сессию и пройти прямо вот по конкретному твоему сценарию, дать тебе бизнес-план и сказать раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, и, соответственно, Дэнни, would you like to tell something? Hi, girls. Oh, how are you? This is my coach, my mentor. Yeah, hi, hi. Oh, Dani. How are you doing? How are you doing? Oh, no, Dani. Oh, applause. My mentor is coming. Hi, hi. Oh, Dani. До свидания. Он даже слова у меня теперь учит, видите? Oh. Mm-hmm. Хорошо, мои любимые. Ну что ж, мои хорошие, у кого следующие вопросы? Будем разбирать. Представьтесь, прекрасная леди, мне вас еще найти нужно. Ксюшечка, девочки, кто? Марина, вот выключайте микрофон, девочки, кто не участвует в conversation. Дэнни, can you be so kind to close the door because too loud? Дэнни! Окей, don't worry. Хорошо. Любимочки, девочки, представьтесь, пожалуйста, кто вышел на связь? Пропадает звук, давайте пока кто-то другой. Я не вижу девочку и звук не слышу. Не слышу, моя хорошая. Я вижу, что ты очень хочешь, но нет звука, моя любимая. Интернет слабоват. Угу. Олечка Фетисова, тоже можешь микрофон выключить, потому что тебе, видишь, ты не декларируешь ничего, чтобы не было лишних шумов, мои золотые. Вот так вот убранство навели. Ну что ж, мои любимые. Девочки, Марина, может быть, у тебя есть какой-то запрос? Давай разберем. Немножечко интернет подвисает. Нет, не слышно. Боже, какие все красивые, такие все самобытные, все разные. Кто чем занимается? Кто массаж себе делает? Кто лепешки печет? Кто записывает? Оля, конечно, все записывает. Это же наша вообще голова просветленная. Так, так, мои хорошие. Ой, Ксюша на фоне дерева тоже с ручкой. Какие все... Вика, молодая, красивая, сексуально утонченная фея. Ба! Ой, хорошо, что тебя и в Дэнни не видел, а то бы все, все его внимание, он бы просто, он такие, ты просто его психотип, вот он от таких приходит в состояние эйфории. Я его обожаю, когда он видит молодых, он говорит на здоровье, он обожает русских красоток, о боже. Вот так. Катерина, можно вопросик тогда сразу задать? Конечно. Если вот я желаю коуч-консалтинг с вами, ну... У меня сейчас такое возбуждение, у меня прям мурашки по всему телу. Где же ты была? Я все это время к тебе готовилась. Думаю, ну когда же ты меня попросишь тебя проконсультировать? Я же просто вижу... Как это сработает? Как это сработает? У тебя будет такой вообще всплеск вот этого творчества и идей по самореализации. Это такая инвестиция в себя. Я так сильно хочу тебя полюбить. Позволь пространству это сделать. Когда можно проконсультироваться? Все, через Оксану, девочки любимые, оставляйте заявку через Оксану, она сформулирует расписание, и я всех вас полюблю. Обещаю. А иначе, где же счастье? Это же счастье от этого. Да. Да? Конечно.
Хорошо, спасибо огромное. Хорошо, родная. На здоровье. Кто еще у нас остался? Кому еще нужно воодушевление? Кому еще не хватило любви? Девчата, Ириш, давай ты, да? Да, мне не хватило. Давай, моя хорошая. В тебе есть энергия земли и металла много. Да? Да, да, да. Ну, как бы смелости не хватает пока ко всему этому делу. Вот, как бы учусь, вникаю, понимаю, да? Ну, я имею в виду фейс-йогу. А что это у тебя смелости к фейс-йоге не хватает? Лицо свое что-то... Знаете, девочки, мне 40 с лишним, но у меня смелости свой лобок трогать пока нет. Я стесняюсь. Это вот все равно, что вот так. У меня такая божественная йоги, но пока смелости нет. Она у меня такая золотая, что я думаю, о, нет, я еще не созрела. Может, года 80, может быть. Ты, Ириш, объясни мне, пожалуйста, что значит не хватает смелости себя любить. Расскажи мне, это что-то новенькое. Ты что-то... Нет, как бы уже научилась, так. Уже начинаю себя любить. Так, да? Вот теплее. Причем благодаря, в общем-то, и фейс-йоге в том числе. Так. Вот. Поэтому, нет, не хватает смелости в плане начать практику. Начать практику с собой или услугу продавать? Услугу продавать. Ах, ты какая моя золотая. А в чем уникальна твоя услуга? Продай мне ее, я у тебя куплю. Что ты умеешь? А что ты умеешь? Вообще, вот что ты умеешь? Какие у тебя уникальные? Я имею в виду сейчас вот то, что мы учимся вот именно фейс-йоге, да, мы же все-таки учимся быть мастерами. Да. Вот. И как бы мы к этому идем. Так. Вот. И просто, ну, как бы... Знания хорошие, полезные, замечательные знания, которые мы сейчас получаем, да? Так. И вот хочется как-то достойно их нести в общество. Клиентам, в общество, людям. Так. Вот. И вот здесь вот немножко как бы не хватает, наверное, уверенности, что получится. Наверное, вот это. То есть где ее взять, уверенность, не знаю. В практике, родная. И, конечно же, для меня это всегда мои наставники, да. Наставники и база. База. У меня должно быть представлено мое рабочее место, мой инструментарий, мое аромамасла, создана атмосфера, real estate, прайсинг, то, что я декларирую в объявлении. Да? То есть все 5 первоэлементов. Это... сама концепция, философия, это знания, которые ты несешь, и практики, техники, механика, это огонь, это удовольствие, аромамасла, это какая-то твоя изюминка, вот твоей самости, что нету других, это real estate, земля, это платформа, где ты это делаешь, как ты предоставляешь услуги, ты на машине приезжаешь, или ты где-то принимаешь, либо в онлайн-пространстве, что у тебя, стрим, инстаграм, какие-то соцсети, что у тебя, клуб свой, и металл. Оцени себя и создай систему в этом. Если тебе нужна в этом помощь, я помогу, конечно. Найди того, кто в этом более профессионален, в какой-то каждой из этой сферы, каждой из этой стихии. И простройся в этом. И начни практиковать. Если не уверена, иди делай бесплатно. Иди всем продавай, не продавай, а дари. Сегодня ты подаришь, завтра обратятся, скажут, ой, мышечная память-то работает. Ты мне когда-то сделала такой классный массаж, а может быть, ты повторишь? Сколько он стоит? А третий раз мне будет так ценно, что я у тебя куплю пакет, а потом у тебя куплю членский взнос на годовое обслуживание. Я когда уезжала из России, у меня таких пакетов на обслуживание моего тела во всех салонах было. Вот я еще насчитала там больше 10. И фитнес-клаб, и массаж тела, и ароматерапия, и спа-салоны, и... Вот так, мои любимые. Поэтому четко, вот по каждому пункту, что у меня есть, уверенность, что дает. Как бы практика, должно быть все в системе, стихия металла. Так, Ириша, давай тебе карту вытянем, моя родная. Давайте. Да? Любимка моя хорошая. Ду-ду-ду-дун. Что мы здесь видим? Давай-ка расскажи, что ты здесь видишь. Зелень. Посмотри. Что-то зеленое, не понимаю.
что там, трава, что ли? Да, трава. Ароматерапию добавь в свою фейс-йогу. У нас, кстати, есть чудесные коллекции аромамасел. Тоже можно у Оксаны все узнать. И скидки, и мы сопровождаем, и бизнес выстраиваем. Бизнес с аромамаслом, с ритуалами, с поддержкой. Вообще, на самом деле, growth переводится как рост. Именно рост. Это рост интеллектуальный, знания, которые ты несешь, и что-то связано с целительством, потому что листья – это эфирные масла, это целительство, то есть травы, ароматерапия и знания. Листья, деревья приносят знания. И это то, ты правильно сказала о себе. Катя, я хочу те накопленные знания, уникальные, нести в общество. И к тебе карта говорит, что ты должна духовно расти. И отсюда и твоя, соответственно, финансовая часть, финансовый поток должен преобразоваться, расти. У тебя рост, у тебя сейчас период роста. Аккумулируй знания, инвестируй свои знания, возьми коуч-консалтинг, возьми недостающие, допустим, да, какую-то поддержку коуч-учителей. И расти, у тебя именно интеллектуальное наполнение и целительство. Ваше здоровье. Хорошо, спасибо. На здоровье. Так, кто у нас еще остался? Что? Можно мне тоже карту? Кто говорит? Кто говорит? Светуля вернулась какая. На самом деле, Свет, как уже случилось, уже нет... Ну, давай. Вот такая карта тебе выпала. А что ты в ней видишь? Вот оно так и есть. Да, это наш тотем. У меня даже есть такой курс «Тотемные животные». Когда мы соединяемся со своим тотемом, девочки, нам такую это силу дает. Мы и сексуально раскрываемся. И качество этого животного, волка, и вот на самом деле здесь и волк, и собака. Волк – это такой лидер, который четко знает, чего хочет, а который может быть и одиночка. Одиночка-целитель, который, знаете, там свою алхимию создает, а потом с этим в мир приходит. И собака, друг человека, это тот, который знает, как позаботиться о другим, как служить другим через те качества, которыми он обладает, уникальными. Это и волк, и собака. Здесь именно раскрытие своей интуиции и развитие благодаря интуитивному чувствованию себя. У тебя раскрытие интуиции, раскрытие сверхспособности. Сейчас такой период у тебя. Девочки, у меня даже есть курс «Сексуальные тотемные животные», руны, таро, астрология. Это все есть в нашей академии, все эти курсы. Обязательно пройдите, и еще мы ваши кафедры откроем с вашими сверхспособностями в Академии Kate Spirit, потому что вы все уникальные драгоценные камни, которые нужно просто огранить. И вот моя академия, это как раз и есть эта огранка. У нас есть система, как создать эти обучающие процессы. Я так счастлива, что со мной просто такие, вы представляете, вот и тут и волчонок, и собачка. Кстати, мой тотем – это собака, девочки, служить человеку через тело. Собака – это сети земли, это чувствование тела, материи, аромамасел, деньги. Это создание клубов, создание платформ. И это служение, как собачка. Защитник. Вот это мой тотемный талисман, мой тотемное животное. Я делала на него и практики, и ритуалы, и после этого записала курсы онлайн. Девчата, и всех вас тоже благословляю открыть своих тотемов. Так и будем общаться. Марина, ты кто? Я волчок, а я собачка. Воп-воп. Маришка, а ты кто? А я пчелка. З-з-з-з-з. Вот так оно и есть. А ты кто? О, а я лисица. О, я лисица, а я жрица. Это тоже очень интересно. Ну ладно, хорошо, родные. Повеселили вы меня сегодня. Повеселили. Кто у нас еще остался? Давайте 5 минут, родные, и мы будем завершать сегодняшнюю сессию, потому что Kate Spirit консультирует только 1.5 часа. Вот еще 5 минут. Давайте. Слышно меня? Давайте, да, конечно, слышно. Как зовут прекрасную фею? Людмила меня зовут. О, прекрасно. Я просто хотела сказать спасибо большое. Ты моя хорошая. Да, потому что я увидела
На ты, на вы, конечно. На ты, конечно. Ты что, мы же тут сестрички все. Потому что во мне, вот честно сказать, очень мало было женственности, и я только благодаря Face Yogi 21 увидела и поняла, что вот это мне нужно, да. Но перед этим я прошла курс массажа, векторный массаж, начала работать со своим телом, и не хватало мне лица. Я вдруг случайно, опять же, не случайно, это все свыше послано, да, послан мне был Face Yoga 21 курс, я его прослушала, просмотрела, начала делать. Сначала было сопротивление, а потом я поняла, что это вот как следующий шаг, да, то есть просто работа с телом — это одно. То есть я убирала свои зажимы, которых очень много. Но когда появилась Катя Спиридонова со своей йогой, со своей женственностью, просто волшебной, сказочной, я поняла, что вот это то недостающее, то, что нужно мне впитать по максимуму. Ну, в общем, я сейчас занимаюсь, учусь. Ну, конечно, двигается все в моем теле медленно, но продуктивно, я это чувствую. Ой, это ты знаю. Такая чувственная, ты такая чуткая, у тебя такая внутренняя эстетика, ты такая утонченная, Людмила, боже, одно твое имя какое божественное, очень женственное, это прямо изысканные супруги. Какая ты талантливая, сколько в тебе эстетики. Я, прости, что тебя перебила, мне так хотелось прямо вот поделиться. А какой у тебя запрос, моя родная, помимо благодарности? Потому что для меня созидать такую ученицу, как ты, это тоже моя благодарность, и я тебе в ответ благодарю. Скажи, какой у тебя запрос? Запроса нет, просто огромная благодарность, да? Что ты мне указала вот этот путь женственности, потому что я выросла в суровых условиях, в деревенских, и там как бы семейные, да, были довольно сложные условия. Вот, но как-то я это сумела трансформировать. Людмила, а мы же все сюда пришли, мы все пришли в каких-то сложных условиях, но мы сами выбрали себе их. Поэтому ты, декларируя это, должна добавить, что да, я выбрала себе такую семью, я родилась там-то, там-то, но во мне очень много женственности. Карма моего имени, Людмила, дает какой аспект? Женственность. Ты пришла ее проработать. И ты через какие-то практики в себе раскрыла. В частности, тебе очень помогла фейс-йога. И для меня огромная честь и радость, что вот именно моя энергия, вот знаешь, алхимии, вот случилась алхимия, и ты в себе проявила вот эти вот уникальные качества, женские качества, в которых тебе еще больше, чем во мне, но ты их проявила через свою самость, и ты себя чувствуешь совсем по-другому. Это мне у тебя женственности учиться. Да. Да, я думаю, мы еще какой-то такой курс сделаем, как раскрыть себе женственность через фейс-йогу, и ты будешь куратором курса. Я думала, я вообще рисую. Я мечтаю сделать свои собственные аромакарты для аромамасел. И там какие-то создать образы, какой-то колорит. Но из эго я это делать не буду. А вот когда найду партнера, который захочет себя реализовать и скажет: «Катя, мне нужен ментор», вот я его тогда реализую вот в таких аромакартах, и мы будем их еще продавать и на Итси, и на Амазон, и на всю Америку. Вот так. В этом направлении можно думать тоже. Хорошо, спасибо тебе, родная Людмила. Давай мы тебе карту тоже найдем, да? Коли уж так случилось. О, у тебя ключик. Ты представляешь, эта карта, вот здесь изображен ключик и называется recovery, какое-то открытие. У тебя у самой какое-то открытие себя самой. Ты в каком-то новом направлении сейчас попробуешь себя, в каком-то творчестве, что-то какое-то у тебя придет прямо и изобилие, и творчество, и признание, и прямо новый этап жизни, recovery, открытие в себе каких-то вот сверхспособностей, сверхталантов. И это будет хороший твой, такой бизнес. Ура! Да, Людмила, всему свое время. Ну что ж, любимые, я вас благодарю всех за сегодня, за ваши улыбки, за ваши
вопросы, за то, что вы учитесь в моей академии. Для меня такое честь и радость служить вам. И ваши благодарные комментарии, это для меня, о, хотела сказать, бальзам на душу, эфирное масло на эрогенные зоны. Спасибо большое, мы будем поддерживать наши отношения, мы все одна семья. Кому нужна моя помощь в виде консультации, менторства, пожалуйста, записывайтесь через Оксану Мальгину, либо пишите мне напрямую, лучше через Мальгину. Кому интересен аромамасла со скидками, пожалуйста, мы все это предоставляем. Кому интересен аромабизнес, мы также консультируем и берем менторство. Это то, чем я занимаюсь здесь в Америке. Поэтому не скромничайте, декларируйте ваши желания, и вам на эти желания будут приходить помощь. Так устроено пространство, так устроен universe. Вселенная заинтересована, чтобы вы были успешными. Поэтому декларируйте. Декларируйте, и будет вам счастье. Спасибо, мои хорошие. До скорых-скорых встреч. Всегда ваша Kate Spirit. Пока-пока. Спасибо. До свидания. До встречи. Пока.